Привет! Привет! Добро пожаловать в «Волок на пару». У нас сегодня какая-то будет феерическая дегустация. Да. Я ничего не поняла, какой смысл этой дегустации. Мы сегодня будем пробовать Jelly Beans. Если кто-то не знает, это американские... Я не знаю, например. Конфетки жевательные такие. И тут... Вот так они выглядят. 20 вкусов. Есть вкус попкорна, есть вкус сахарной ваты... Тутти-фрутти, кокос, лакрица. Конфетки нам нравятся. Пинаколада, жевательная резинка. В общем, тут куча всего. Животные понабежали на эти да. конфеты. Животные почему-то... И манят. Но мы не будем по целой конфете есть, потому что мы... Потому что они очень дорого стоят. Сдохнем их есть. Вот, но давайте начнем. Вот эта дуть жуткая. Самого простого. Мы будем вам рассказывать свою реакцию. А пока расскажи хоть какие тут эти. Я же только что рассказала. Ты не слушала? Нет, ну я слушала, но ты же не все их перечисляла. Не все, ну их 20 вкусов. Нам как что, нужно просто угадать, какой вкус, не глядя на эту картинку? Ну давай так. Давай вот этот возьмем. Ну покажи, какие берем-то. А какой? Такая прозрачная, зелененькая. Держи. Ну, понятно. Угу. Что он губ? Подожди. Ну, лимон. Лимон? Это по-любому лимон. Ага. Угу. Мы сейчас упробуем сам. Аня, оказывается, мечтала об этих конфетах всю свою сознательную жизнь. Ну, почти. Вот это сейчас попробуем. Какую? Желтую? А, смотрите, она не совсем желтая, не совсем белая, но она такая молочного цвета. Угу. Да, тут есть белая, есть молочная. Мне нравится. Это же знак какая-то. Она такая молочная, да? Это попкорн. Это попкорн? Сливочный попкорн. Да, ага. Сливки точно есть. Такой масляный сливочный попкорн, офигенный. Сладкий попкорн. Да, сладкий такой вот попкорн. Да. Угу. Вот это вкусная фигня. Так, следующий. Вот это я не знаю. Ну, конфеты одно баловство, конечно. Они не жевательные, когда они очень быстро рассасываются. Их можно сосать, но мы их жуем. Да. Смотрите, вот такая, она как бы желтенькая, но с красными крапинками. Да, с красными крапинками. Сейчас я. Мы не все будем пробовать. Я хочу. Да. Чем она пахнет? Персик, по-моему. Точно. Угу. Это персик. Давай вот такие синенькие. Такие? Угу. Ну, давай. Они даже не синенькие, наверное, ежевика какая-нибудь. У меня что-то не прошла. Да ладно, чем? Я знаю, что. А мне это не нравится. Смородина? Похоже, что да. Или островная маргарита. Нет, смородина. Черная смородина. По-моему. Но мне не нравится. Да, нормальная картина. А вот есть еще другая синяя. Давай вот эту синюю попробуем. Да. Ну что, розовенькая. А в ней тут что-то черное. Это тоже какая-то ягода. Нет, мне кажется, что это островная, островной пунш. Ой, ну синего цвета конфеты должна быть. Значит, то, вот тот был вот. Островной пунш. Нет, вот. Вот это. Значит, вот тот был островной пунш, а это черника. Но они не похожи. Черника, вот, черника. А они не похожи на черника. А что такое островной пунш? Ну, это алкогольный такой, как бы. Нет, алкоголя не было. Может, хватит уже? Нет, давайте еще что-нибудь попробуем. А что еще? Давай розовенькую. Давай розовенькую. Ай. Ну, а это я знаю что. Баблгам? Да. Резинка желательно. Вот это вот. Какая из них? Вот это, наверное, вот такая. Темно-розовая. Да? Угу. Давай мы ее попробуем.
Со дна, что ли? Не, вот детям, конечно, прикольно. А взрослым... Мне нравится. Ну, не знаю. Держи. У нас тут параллельно идут бои местного значения. Угадай. Знаю, но не скажу. Это сахарная вата. Сахарная вата? Угу. Мне очень нравится. Ну, химия сплошная. У них в Америке вообще очень много вещей с сахарной ватой. В общем, давайте хватит. Давай, последний. Я уже усахарилась. Давай, последний. Вот этот, он очень вкусный. А чем он вкусный? Он у нас один, и он очень вкусный. Я знаю, а что это. А какой это? Это такой кремовенький с вкраплениями. Да, почему он один? А шестерой я съела до этого. Да? Я знаю, какой он, да. Угадай, что это. Понятно. Откуда? Сливочный тоже вкус. Но! Я тебе даже подсказку дам. Мы всю зиму это ели. Мороженое? Пломбир? Мы всю зиму ели пломбир, я не поняла. Ели. Фантазии! Так и правда. А что мы ели всю зиму? Капкейки? Ну, говори уже. Последняя попытка. Ну что мы ели? Маршмеллоу. А, маршмеллоу, видите как? Маршмеллоу. Значит, неявно выраженный вкус, раз я не угадываю. Я съем две вот такие штучки, которые... Господи. Ну, мама все равно их есть не будет. Жевать. А какие лакрицы? Ой! Черные, что ли? Попробуй. Не-не-не, я не буду, я лакрицу не люблю. Вот это лакрица. Напишите, кто любит лакрицу. Мне кажется, все ее должны ненавидеть. Кто понимает, что это такое, а кто не понимает, зачем такие конфеты делают. Я не понимаю, зачем делать конфеты из лакрицы. Они такие противные. Это не конфета. Если кому-то интересно, где мы купили эти конфеты, мы купили их в Алых Парусах на Щукинской. Да, что очень интересно. Потому что нигде больше никогда потому она что... не видела эти конфеты. Нет, я видела в цветном, но они там, во-первых, дороже, да. Что, а маленькие? Это интересно, потому что их раньше к нам не поставляли. А теперь буквально за российские рубли. Смотрите, я какую себе сделала заставку. Нифига не видно. Ой, а вот так видно? Угу. Ой, как вы думаете, капкейки? А еще у меня есть такая штучка на телефон. Ну вообще, ты просто капкейк ходячий. Да, и вот такая у меня... Спинка моего телефона. Я же в капкейках. Один вопрос. Один вопрос. Один ответ. Не, может быть, два. Подержите вот это страшное. Страшное, страшное, животное. Животное, страшное, страшное. Давайте вопрос. Прекрасный вопрос. От Стаськи 91. А вы были в школе октябрятами, пионерами и так далее? Особенно я. Аньке не довелось никем быть. Аньке не повезло. Сын у меня был октябренком, естественно. Пионером. И выжатенком. Комсомольцем он был. Нет, комсомольцем он, по-моему, не был. Он как раз всегда говорил, что комсомольцем он не был. Комсомольцем он уже не был. Аня уже не была никем. Я была всем. Аня пришла в разваленную школу, в которой еще не было даже учебников. Не знали люди, по каким учебникам нас учить, не говоря уже про пионеров. А самое главное, не знали, как называть наше государство, нашу родину любимую. Россия. В общем, короче, когда все знали, как называлась наша родина, что она называлась Советский Союз, я была октябренком и пионером, и комсомольцам. И когда нас принимали в октябрята, ну, там как-то повально весь класс, кто-то пришел, что-то сказал, и нам всем нацепили звездочки. Когда нас принимали в пионеры, представляете, я была отличница, ну, еще не комсомолка, но уже такая активная. Меня трясло, что меня не примут в пионеры. Боже! Боже, как же мне было плохо. Принимали нас в пионеры около Дома правительства в Алма-Ате. Скверик там такой. В Алма-Ате все такие правительственные учреждения сопровождались всегда цветами, которые называются не каллы, как вот белые, а канны. Там их прям красные такие цветы красивые. И вот в этой торжественной обстановке нас принимали, и я думала, что меня не примут. Но уж когда мы в комсомол вступали, это вообще была трагедия. Я там учила наизусть все эти уставы. Я знаю, что
не всегда к серьезно относились, конечно. А я очень серьезно относилась к тому, что, ну, вот к этому званию комсомолец, и тоже не могла поверить, что меня примут, потому что я всегда думала, ну, в комсомол могут вступить только те, кто может повторить, подтвердить подвиг Зои Космодемьянской. А так как я думала, что я никогда в жизни не выдержу такие пытки, я и думала, что я недостойна звания комсомольца. Представляете? Вот так, такая, наверное, девушка была. Круто. Круто. Это было круто. Это было очень круто. Я даже помню, во что я была одета, когда я пришла в райком комсомол. Но теперь наша благодарность, Ольга Ростиславовна. За что вы благодарны? Ну вот я благодарна, наверное, за то, что я была всем. Я была всем. И мне довелось вот так интересно прожить свою жизнь. Я благодарна, что я нашла конфетки Jelly Beans. У меня гораздо более простые благодарности и радости этой жизни. А еще я сегодня нашла свои любимые сухарики. Это все в райском уголке. В алых парусах. На Щукинской. Пожалуйста, заходите. Вот. Ну а мы с вами обязательно увидимся завтра. Напишите о своих подвигах, поступлениях пионеры, комсомолы. И, может быть, вы что-нибудь интересненькое дегустировали? Как вам понравилась эта видеодегустация? Делают ли нам такие видео дальше? В общем, напишите, пожалуйста, все, что вы об этом думаете. В общем, свалили в меня кучу конфет. А обнимаю вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаю вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. А счастливого уикенда. Пойдем пить чай. Да, это надо запить.